В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря. С погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой снег, днем осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-18. Температура ночью 0-5, в горах до 10 градусов мороза, а днем плюс 2, плюс 7 и местами минус 3, плюс 2. На дорогах гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, а днем 5-7 градусов выше нуля. 17 декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! Безопасность курортов прежде всего, особенно в преддверии открытия горнолыжного сезона и новогодних праздников, когда тысячи туристов посещают наши знаменитые курорты. Мероприятие «Соблюдаем правила дорожного движения» проводилось на федеральной автодороге подъезд к Международному центру отдыха «Архыз». Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии обратились к проезжающим на курорт туристам и рассказали об особенностях езды в условиях горной местности. Предупредили об аварийном на опасных участках на данной автодороге, необходимости соблюдения правил парковки вблизи горнолыжного курорта «Романтик». Участникам акции вручили также памятки с напоминаниями о правилах дорожного движения. Отдыхающие поблагодарили сотрудников полиции за заботу, полезные советы и пожелания и обещали соблюдать правила дорожного движения. Напомним, ежегодно Архыз посещают до 700 тысяч туристов. Госавтоинспекция Карачаево-Черкесской Республики информирует граждан о том, что наступил зимний период, период курортный, зимние каникулы, увеличился поток транспорта на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии, Малокарачаевский, Карачаевский, Зеленчукский район, курортные поселки, такие как Архыз, Романтик, Домбай, Теберда. Также хочется обратить внимание гостей нашей республики о том, чтобы они соблюдали правила парковки, правила остановки транспортного средства на проезжей части дороги. В этой сфере много нарушений ПДД в курортных зонах нашей республики. В связи с чем госавтоинспекция просит граждан, жителей и гостей нашей республики соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дорогах. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы «Карачаевской редакции». В 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. «5-8-5 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 5-8-5 золотой. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Майонез «Байсад». Мы не стремимся к экологичности. Мы ее определяем. Майонез «Байсад». Проверено. Экологически чистый продукт. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+.